Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция Монет. Так, потратил я сегодня и вчера массу времени, заполняя монетники, которые получил. Два монетника. Вот, что получилось. Страны, вот, которые в эти монетники вошли, юбилейка. Здесь все видно. Так, первый монетник. Ну, планировал, что войдет туда гораздо больше монет. То есть ячеек там 192, комбинированные монетники. Но получилось, что в первый только Индия вошла. Оставлял я там ячейки под монеты, которых у меня нет. Давайте посмотрим, что в итоге вышло. Так, первая страничка. Под самые маленькие монеты. Причем здесь страница такая под мелочь, под маленькие диаметры. Первая и последняя страница. Потом идет и здесь по 4 страницы под монеты покрупнее. Потом с другой стороны то же самое. И в центре уже 4 листа под самые крупные монеты. Первая страница. Монеты номиналами 5 пайсов, 25 пайсов и полтиннички. В общем-то, здесь они все у меня есть. Естественно, не лез я в монетные дворы, в индийские, потому что если в них залезешь, в них и погрязнешь, там и останешься в этих монетных дворах. Поэтому только по типам собираю я монеты. Дальше пошли монеты покрупнее. Вторая страничка — это номиналом 10 пайсов и номиналом 20 пайсов. 4 монеты. Вот эта монета, допустим, 2 года выпускалась. 70-й, 71-й. У меня здесь 71-й, тоже по типу. Ну, если что-то доберу, ну, место для нее есть. Номиналом монеты 1 рупия. Полностью вся страничка. Тоже номинал у меня полностью закрыт. Ориентируюсь я на сайт Ucoin, когда все это дело собираю и закрываю. И тут, согласно этому сайту, все по годам, по году выпуска разложено. Дальше пошли монеты номиналом 2 рупии. Вот с этой вот. Одной монеты данного номинала нет. 2004 года. Очень редкая монета. Не знаю, будет она у меня, не будет. Может, со временем появится. Случится чудо. Так, дальше десятчики. Ну, это десятки не биметаллические. Индия последние годы биметалл чеканит. Биметаллические у меня в отдельном альбоме десятки. А здесь медно-никелевые. Вот 74 года начали их выпускать. До этого монет 5, наверное, десяток были серебряные. Но место, в общем-то, 74, 75, 76, 77 и так далее. Место, в общем, под них есть. Еще тут даже два листочка свободных. Не знаю, буду я серебряные выкупать, которые 69 по 73 десятки чеканились. 76, думаю, точно возьму. Здесь 82 есть. Еще тоже их нет у меня. Потихоньку буду добирать. Ну и дальше пошли пятерики. Две монеты 84-89 диаметром покрупнее. Пришлось их отдельно вынести. Ну а здесь уже пятачки. Тоже оставлял ячейки под пропущенные монеты. Ну, причем некоторые монеты, даже не некоторые, а вот где пропущено, это разновидности. То есть вот монета, видно ее, не видно. Называется «Мир труда». Есть с желобком на гурте,
Вот здесь она должна быть, видите, без желобка. Здесь монета 96 года. Конференция по растениеводству, очень редкая монета. Ее, наверное, не будет. На eBay копии продают. Не видел ее даже в продаже, если честно. Ну и здесь тоже магнитные, не магнитные монеты. Из разных материалов. 2007 года. Тилак, три разновидности монеты. Нет у меня пока ни одной. Ну и вот еще здесь по 2016-18, 2-3 монеты последние выпущены, тоже под них место есть. А здесь все по порядочку, по году выпуска. И осталась одна страничка под мелочь, под мелкие монеты, не заполненная. Думал что-то еще сюда дополнительно положить, какую-то страну, но ничего такого не нашел, чтобы нормально заполнить страницу. Вот это Индия. Вообще со временем, думаю, фолдеры все это дело упаковать, и уже тогда вопросов с диаметрами никаких не будет. Все разные диаметры холдеров, все будет красиво и аккуратно. Но это со временем. Ну и вообще есть желание, и плюс в один альбом все в большой, регулярные монеты дополнительно. У меня монет 40 по типам есть индийских, тоже бы в один альбом было бы интересно. Хотя искал монеты некоторые очень долго, вот нашел монеты, которые затесались из других стран, думал, все у меня скомпоновано по странам, но оказалось, вот, допустим, Венгрию собирал, нашел турецкую монету в венгерских и в египетских монету Судана. Как бы потом начал искать, бы вообще бы не нашел бы ничего. Ну и второй монетник, видно, какие страны: Египет, Пакистан, Венгрия. Ну, Египет сразу планировал. В общем-то, вот что пойдет вам монетник. Пакистан, наверное, тоже. Ну а Венгрию думал-думал. В итоге у Венгрии юбилейный разнобой полный. Тоже решил этот монетник убрать. Тоже согласно сайту Ucoin все это дело компоновал. Здесь по номиналам в данном случае. Первая страница, номинал 5 милим. Монетки не хватает одной. Она недорогая, рублей 150 стоит. Потихоньку ее докуплю. Просто надо, чтобы у продавца еще помимо этой монеты что-то купить интересное. А так из одной монетки нередкая. Дальше монеты 8 милимов. Вот здесь вот пропущенная ячейка. 80-й год, 10 милимов. Революция. В 80-м году две монеты было. Одна ФАО, другая революция. И вот эта монета очень редкая. В России, ну, сейчас продается у одного продавца. Там от 2, по-моему, 500-2700 рублей. Это монеты 2-3 таких продается. Цена. В Египте, думал, придется заказывать. Там с пересылкой 1000 с лишним бы обошлась. Но в итоге нашел в России очень дешево. Практически в 3-4 раза дешевле, чем приобрел бы на eBay. То есть можно сказать, что за копейки очень редкую монету купил. Дальше монеты 50 пиастров. 2015 год. И вот 8 монет 2019 года. Вот здесь одной монеты не хватает. Электростанция. Но тоже я ее купил уже. Она уже практически в дороге. И в этом же наборе были выпущены однофунтовые монеты. Но опять же, они биметаллические. И они отдельно у меня в отдельном альбоме лежат. Потому что опять же там регулярные монеты. Однофунтовые, египетские. И чтобы все это было вместе, пришлось сделать так. Монеты номиналом 5 пиастров. В общем-то все они
у меня есть. Некоторые 2 года выпускались монеты. 5 и 10 есть пиастров. Ну, тоже только по типу. Вот здесь десятки начинаются. Будет. Куплю тоже скоро монетку. Будет здесь все на месте. 10 пиастров идут. 10, 10, 10. Ячейка по 2004 год. Редкую монету. Тоже номиналом 10. И дальше уже 20-чики пошли. Раз. И вот страничка. Тоже одна монета. Будет. Со временем может быть, а может и не будет. Так, ну и одна монетка. По-моему, 58 год. 20 миллимов. Самая первая юбилейная монета египетская, не серебряная, имею в виду, отдельно она. Ну и в общем-то весь Египет практически здесь поместился опять. Дальше монеты Венгрии. Вот здесь разные тоже по диаметрам. Вот их 6 монет крупных, 7, еще одна на другой страничке. Футбольные. Так, немножко перелистнем. Вот, пошла дальше Венгрия. Вот здесь вот еще 3 монеты должны быть. Фау номиналом 20 форинтов, 20 филлеров, 5 форинтов и 10, но они в специальном буклетике, в запайке, поэтому здесь их нет. Так бы и тоже сюда положил, было бы различные номиналы. 100 форинтов, 20 форинтов. Здесь от Венгерской Народной Республики, ну и уже современной Венгрии. Тоже пошла современная Венгрия. Здесь вот еще должна быть одна биметаллическая монета венгерская, но тоже она отдельно у меня лежит вместе с регулярными биметаллическими монетами. Ну и пошли вот монеты 50 форинтов, которые Венгрия чеканит в последние годы. В 2018 году 3 монеты было, вот они. Вот это. Ну и здесь 2 монеты. На сайте Юкоин они значатся как коллекционные, 100 форинтов. Ну, в общем-то, они есть у меня. Тоже хотелось бы докупить. То есть, там номиналом 100 и 200 я бы взял. 3 монеты, по-моему, и 200-ки. Монет тоже 5-6. В общем, место я для них оставил. Со временем приобрету. Ну и помимо этого, 2 странички Пакистана. Диаметры покрупнее, 6 монет. И вот здесь вот по годам, опять же, вот последний здесь вот находится. Ну, по году выпуска, по порядку, тоже ориентировался на сайт Юкоин тот же, хотя не все там хорошо. Вот монета, пример, монета, она 2008 года, вот она дата. А на сайте там их стоит, что 2007-2008 год. Как-то по одной монете писал на сайт, что монеты не существуют. Они говорят, нам фотографию присылали. Но я думаю, получилось примерно вот как с этой монеты. Монета 2008-го прислали им. Вот здесь вот 2007 видно. Ну и в результате получилось, что монета вроде как 2 года чеканилась, хотя 7-го года нет. Это годы, по-моему, жизни, это Бенезер Мхута. В общем, как-то так все это. Но монета в итоге значится. Я думаю, ни у кого ее нет. И в продаже только вот 8-го года монета есть. Но еще есть кое-что. Не буду говорить, что. В общем, вот такие вот монеты. Ну и вполне как бы все собрал из разных альбомов. Венгрию из 4, по-моему, листов освободилась масса. Так что есть еще что покомпоновать, покомплектовать. Сейчас
возможно, в ближайший день-два позанимаюсь. Но это уже как бы и на будущее с пропущенными ячейками, то есть монеты покупать, уже вставлять. Ну, опять же, хотелось бы, конечно, все это упаковать в холдеры со временем. Наверное, так и будет, может быть. На этом все. Всем пока. Удачи, до свидания.